Телекомпания «ВИТ» представляет. Вы знаете, что у самой даже захудалой мелодии не может быть недостатков. Это все недостатки ее композитора. Вы видите, здесь хотя бы одного композитора нет, а вот мелодии у нас предостаточно. Так что добро пожаловать на самую безупречную программу на нашем телевидении. Мы начинаем. Сегодня с нами здесь эстрадный оркестр под управлением Александра Евмеленко. А вот и наши главные действующие лица. Встречаем их аплодисментами. Добрый день, мы очень рады вашему появлению. Прошу вас, занимайте ваши игровые места. Шоу стартует на ваших глазах. Сию секунду. Здравствуйте, уважаемые участницы. Очень приятно приветствовать вас на нашей площадке. Не все готовы к игре. Кто-то еще сохраняет внутреннюю напряженность. Расслабьтесь, улыбнитесь. Сейчас с вами будут знакомиться миллионы наших телезрителей. Участница под номером один Виктория Щербакова. Научный сотрудник Института пива безалкогольной и винодельческой промышленности. Любит все без исключения книги Дарьи Донцовой. Она находит много общего с главной героиней произведений. Жизнерадостной, умной, решительной девушкой Дашей Васильевой. Участница под номером два Снежана Кобышева. Работает оператором котельных установок. Знает, что погоду в доме создает женщина. А так как очень любит петь, то мечтает когда-нибудь исполнить вместе с Ларисой Долиной свою любимую песню «Погода в доме». И третья участница нашей программы Светлана Елизарова. Рапорщик военно-воздушных сил. Она уверена, что человек, способный уберечь покой родной семьи, сможет сохранить и спокойствие Родины. Считает песню Олега Газманова «Господа офицеры» гимном всех военнослужащих. Аплодисменты нашим участникам еще раз и еще раз и еще раз. Более того, я уверен, что в течение нашей сегодняшней игры не раз тишину в студии будут разрывать аплодисменты, посвященные вашей замечательной, яркой, талантливой, умной игре. Виктория, вы участница под номером один. Выбирайте. «Гори-гори ясно», «Любовный треугольник», «Мюзиклы», «Миллениум хит». Первое. «Гори-гори ясно». «Гори-гори ясно». Итак, в тексте песни обязательно есть искра, пламя, пожар, огонь. Нота, в которой бы вы хотели сыграть? Третья. Нота номер три. Цена. 1500 рублей. Вы знаете, что выбирать, Виктория. Слушаем музыку. Ну, это от вот первой робости, знаете, когда вот первый тур, первая мелодия, как-то боязно нажимает на кнопки. «Свечка, свечечка, свеча, утоли мою печаль, я с тобой просижу до зари», Ирина Аллегрова. Ничего страшного, аплодисменты. Снежана, прошу вас. К вам переходит право выбора. Давайте что-нибудь выберем и угадаем. Любовный треугольник. Любовный треугольник. Он, она и, опять же, он, а может быть, еще одна она в этой категории. Нотка. Номер один. Поехали. Светлана! Парней так много холостых, а я люблю женатых. Огней так много золотых на улицах Саратова. Защита! Угадана первая мелодия. Прекрасно. Виктория, Снежана, а где аплодисменты в адрес Светланы? Жадные вы, жадные. 1250 рублей зарабатывает Светлана, становится лидером, выбирает. Прошу. Ну, останемся здесь же, третья нота. Третья нота в этой категории, слушаем. Светлана! Категория «Любовный треугольник». Песню знаете. Сейчас не можете вспомнить слова. Что там произошло? Но однажды ночью с молодым ковбоем стройную мулатку он заметил на песке. И одной пулей он убил обоих. И бродил по берегу в тоске. Светлана, две мелодии, вы вне игры. На самом деле вы очень сильный игрок, эрудированная участница, поэтому я не стал вам помогать. Я буду помогать в течение шоу. Пока две мелодии, отдохните, нужно дать поиграть Виктории и Снежане. Виктория, выбирайте. «Миллениум». «Миллениум» хит, песня популярная в наше время. Нота. Вторая. Слушаем. Ирина Ортман, выпускница «Фабрики звезд». «Меняю, меняю, меняю». Помните, «теряю, теряю, теряю». Но не угадали, ничего страшного. Знаете, как-то загрузили наши участницы, а они не слышали аплодисментов. Вот так она будет получена.
Светлана, еще одна штрафная мелодия у вас. Снежана, выбирайте. Любовный треугольник. Любовный треугольник, единственная оставшаяся четвертая нота. Поехали. Там девушка, мужчина, она его разрубила наполовину, половинку себе забрала, вторую половинку посеяла. И теперь она вот не знает, любить эту половину, не любить, может даже ненавидеть. Люблю или ненавижу, ведь ты мой наполовину. Ну, известная песня, не угадали, над Светланой зажигается свет, вы в игре, Светлана. А у меня для вас хорошая новость. Никто не выиграл денег, никто пока не смог вам составить конкуренцию. Дорогие друзья, в первом туре иногда присутствует робость и некое ощущение, что темп программы чуточку быстрее, чем существование самих игроков. Всему этому не будет места во втором туре нашей программы, в котором мы увидимся с вами через несколько мгновений. Улыбнитесь и прошу вас, зайдите на подиум, уважаемые участницы. Начало игре положено, две мелодии уже в активе наших участниц. К сожалению, тех мелодий, которые прозвучали впустую, больше ничего. Мы изменим соотношение в пользу игроков. Уважаемые телезрители, те, кто видел первый тур, помогайте, помогайте своим участием и своими аплодисментами игре наших сегодняшних замечательных участниц. Прошу вас, занимайте ваши игровые места. Продолжаем. Прежде чем мы начнем второй тур, хочу сказать, что на самом деле все замечательно, все очень хорошо. Да, много мелодий в первом туре прозвучало впустую. Я знаю то, что Светлана играла замечательно, 2500 рублей, лидер по итогам первого тура, поэтому именно она выбирает первую категорию тура под номером 2. Прошу. Первый, «Спи, моя радость, усни». «Спи, моя радость, усни». Здесь первый. Различные колыбельные песни. Скорее всего, можете нажимать сразу на кнопку и говорить «колыбельно». 1500 рублей стартовая. Слушаем. Снежана, решились, молодец. Если я не ошибаюсь, Буланова. Совершенно верно, Татьяна Буланова. Спи. Кто, мальчик или девочка? Мой Спи, мой, правильно. Сын, сыном спи, кто? Мой мальчик маленький. Спи. Да, спи, мой сын, я уже не плачу, прошло. Отлично, Снежана. Кстати, помните, я говорил о том, что если вы бы сказали «колыбельная», то в 75-80% случаев я принял ответ. Песня называется «Колыбельная». Можно было так сказать. Выбирайте, прошу. «Спи, моя радость, усни». Следующая мелодия. Вперед. Светлана, решились? Что мы ответим? Колыбельная. Колыбельная Блантера, совершенно верно. А там были слова «Спи, мой сыночек, спи, мой звоночек родной». Но вы же дали правильный ответ. Анна Герман исполняла эту песню, написал Матвей Блантер. Еще раз сходим в колыбельные. Нет, лучше песни о песне. Песни о песне. Итак, песни, в которых прославляются песни, романсы, может быть, марши и даже хоралы. Слушаем музыку. Да, Светлана? Монтажники-высотники. Да, и с высоты вам шлем привет. Совершенно верно. Да, угадано. Ни кочегары мы, ни плотники. Виктория, посмотрите, как Снежана заиграла, как Светлана продолжает лидировать. Чем могу помочь? Значит, есть такая технология. Вы, даже не зная мелодии, жмете на кнопку. Но дальше вы должны быть уверены, что вы хорошо распознаете пантомиму. Я иногда гениально показываю пантомиму. Вот рыбу хорошо показываю. Так. Допустим, группу зверя. Но иногда я показываю плохо. Вот тут дальше все будет в ваших руках. Светлана, выбирайте. Ну, останемся в этой же категории. Песня о песне. Слушаем. Да, Светлана? Нас встретит утром, утро встретит прохладой. Нас утро встречает прохладой. Песня о встречном. Совершенно верно. Правильно сделали, что не нажали, Виктория, потому что там про рыбу ничего не было.
Но, в принципе, я бы мог вам помочь. Уважаемые участницы, на этом время второго тура нашей программы подходит к концу. Виктория. Ну, конечно, у нас полный ноль. Вы знаете, что по итогам второго тура участник или участница, у которой чуточку меньше денег, чем у соперников, покидает нашу программу. Но я надеюсь, что вы получили удовольствие от присутствия, от участия в игре, несмотря на то, что на вашем счету не было ни одной мелодии. Аплодисменты, Виктории, спасибо. Всего доброго, Снежана, Светлана, увидимся в третьем туре. Прошу вас, зайдите на подиум, уважаемые участницы. Да, такое бывает, люди просто приходят в наше шоу, чтобы получить удовольствие от атмосферы азарта, музыки и, конечно же, атмосферы хорошего настроения. Уважаемые телезрители, сложный третий тур вступает в свои права. Пожелаем удачи нашим участникам. Светлана, Снежана, не пора ли вам занять места полуфиналисток? Думается, самое время. Поздравляю с выходом в полуфинал. Что-то мы грустные какие-то. А, вот, нет, Светлана, мы умеем улыбаться. Умеем, и я бы хотел, чтобы вы улыбались в течение всей игры. И более того, знаете, я вам введу еще усложняющую такую компоненту в нашу игру. Я не принимаю речитативных ответов. Все ответы теперь будем пропевать. Вас это обрадовало, Светлана? Нет? Хорошо, вам как лидеру по итогам первых двух туров разрешаю пока не петь, Светлана, а вот, Снежана, простите, а от вас буду принимать только певческие ответы. Итак, тур под номером 3. Светлана, вы будете начинать торги после моей подсказки как лидер по итогам первых двух туров. Инструкция, необходимая для понимания возлюбленной. Прошу вас, вы начинаете. Снежана, я угадаю эту мелодию 7 минут. Угадывай. Угадывай. Итак, 7 нот инструкции, необходимой для понимания возлюбленной. Изучай. Ты меня не понял. А ты меня не понял? Нет, к сожалению, вы ошиблись. Я нелегкая загадка разгадать, меня непросто. Изучай меня по зимам, изучай меня по веснам. Да. Наталья Ветлицкая исполняет эту песню. 1-0 в пользу Снежаны. Снежан, теперь вы начинаете торги. Песня о празднике переодевания. Прошу вас. Светлана, я угадаю эту мелодию с 7 нот. Угадывай. Угадывай. Спокойствие, спокойствие. Песня о празднике переодевания, 7 нот. Карнавал. Только надо еще сказать одно слово. Ах, карнавал. Ах, карнавал, совершенно верно. Удивительный мир, да. Засчитано. 2-0. Светлана, не надо было уходить с торгов на такой высокой цене. Вы очень хорошо играли, вы угадывали большое количество мелодий. Подсказка номер 3. Песня, призывающая к решительным, но безобидным действиям. Прошу вас, Снежана, вы начинаете. Светлана, я угадаю эту мелодию с 7 нот. Угадывай. Итак, 7 нот песни, призывающей к решительным, но безобидным действиям. Увы, нет ответа. Нет идей? Точно нет идей? Нет. Пригласите, пригласите, пригласите даму танцевать. Решительные, но безобидные действия. Счет 2-1. Подсказка номер 4. Слушайтесь, и, скорее всего, сразу догадаетесь, что это за мелодия. Песня о роковом пути возницы. Светлана, прошу. Я угадаю эту мелодию с 7 минут. Угадывай. Угадывай. Ниже 7 нот мы сегодня в торгах не опускаемся. Песня о роковом пути возницы. 7 нот. Путь далек лежит. Еще не все 7 прозвучали. Степь да степь кругом, совершенно верно. Ой, степи глухой. Замерзал ямщик. Счет 2-2. Решающая 5-я подсказка. Песня о прелестях начала дня. Светлана, вы начинаете. Снежана, я угадаю эту мелодию 7 минут. Я попробую 6. Угадывай. Угадывай. 6 нот. Мы подняли цену, нам это удалось. 6 нот песни о прелестях начала дня. Утром ранним. Вы уже на полдороги. Вот один шаг, и вы в финале. Раз. Ну,
два. Знаете, что есть там слово «утро»? Ну! Утро красит нежным светом стены древнего Кремля. К сожалению, вы не ответили, Светлана. 3-2 в вашу пользу. Вы рады этому? Да, да, да. На вас сейчас свалилась большая ответственность выиграть суперигру. Снежана, все благодарят вас за участие. Это была хорошая, интересная игра для вас. И надеюсь, всем телезрителям понравилось ваше участие. В этом я уверен. Спасибо, всего доброго. Светлана, увидимся в суперфинале. Прошу вас, зайдите на подиум, уважаемые участницы. Пожелаем Светлане удачи в суперфинале. Мы еще, кстати, успеем повторно пожелать ей удачи, когда она появится. И дождемся суперигры. Что по статистике в суперигре выигрывает только тот участник, который абсолютно уверен в своей победе. Думаю, что Светлана Елизарова уверена в том, что ей удастся разгадать все наши музыкальные загадки. Светлана, вы служите в вооруженных силах, более того, в самой элитной части наших вооруженных сил, а именно в ВВС. Военно-воздушные войска и военно-воздушные силы ждут от вас победы. И иного варианта развития событий они не приемлют. Вы понимаете, какая это ответственность и какая радость будет во всех наших вооруженных силах, да что там, во всей стране, когда вы выиграете нашу суперигру. Готовы? Готовы. Напомню о деньгах. 10 350 рублей. Не такой большой выигрыш. Обычно у нас выигрывают побольше денежек, но это ошибки вот в первом-втором туре. Давайте увеличим его практически в два раза. Не будет так приятно это сделать. Итак, правило. 30 секунд, 7 мелодий. Ошибаться нельзя, можно пропускать. Мы желаем победы нашей финалистке Светлане Елизарова. Тишина. Поехали. Песни знакомые. Нас ждет огонь смертельный и все ж... Бессилен он. Да, совершенно верно. Девятый на пистолет подарен. Защита нам. Нас ждет огонь смертельный. Да. Дальше. Это Ленинград. Ленинград, совершенно верно. Я еще не хочу умирать. Ленинград, Ленинград. Все хорошо, Светлана. Вы просто, я чувствую, как вы волнуетесь, улыбнитесь, и все пойдет как по маслу. Дальше. На Тихорецкую состав отправится. Вагончик тронется, а он останется. Конечно, защита. Дальше. Дальше. Он сказал, поехали. И взмахнул рукой. Совершенно верно. Знаете, каким он парнем был, так называется эта песня. Мелодия номер 6. Пугачева, Алла Пугачева, ой, поет. Осенний поцелуй. Осенний поцелуй, да, да. После жаркого лета. Засчитано. Мелодия номер 7. Слушаю. Знаете, вот когда хурмы поешь незрелый, все вяжет во рту и... Кисло. А вы меня спрашиваете, Валдис, который час? Я говорю... Ой. Пропустим. Да, пропустим. Вернемся к мелодии номер 4. К сожалению, 30 секунд пролетели. Вот эта мелодия номер 4, это Алеша стоит. Алеша, да. Да, да, да. Я уже потом догадалась. Болгария, русский солдат. А седьмая мелодия, трудно говорить. Ничего страшного, Светлана Елизарова не выиграла суперигру. Давайте поаплодируем. Аплодируем ее участие, потому что, ну, дорогие друзья, не всегда выигрываются суперигры. Потому что если бы все было так легко и просто, наверное, игры бы вообще перестали существовать. Светлана, поздравляю с интересным, ярким, запоминающимся участием. И теперь мне трудно говорить. Потому что на сцену выходит замечательный коллектив «Рефлекс» с одноименной песней. До новых встреч, счастливо, пока.